Ну что, ребята, вы так давно ждали видео про истеричку и 717, но сегодня видео не про них, извините. Но зато в Пейнте, вы же любите Пейнт. Помните, как я рисовала Джека из Титаника? Не помните? Как жалко. В описании будет видео. Так вот, теперь я хочу порисовать Джекоба из Сумерек. Почему нет? Потому что да. Для начала надо найти Джекоба в интернете. Мы будем перерисовывать скриншот. У него столько интересных фото. Я даже не знаю, какое выбрать. Пока что мне понравилось фото истинного Джекоба рядом с волками. Но вот еще есть голый Джекоб в дожде. Но нас снова могут забанить за голых мужчин. Поэтому этот вариант нам не подходит. Опа, смотрите, Джекоб валяется. Ха-ха-ха-ха-ха, это что такое? Белла буржалась. Смотрите, Джекоб. Вот здесь он вполне ничего. Этот кадр мне тоже нравится. Ну вот я и выбрала два кадра, с которых я буду рисовать. Ах да, я вам не сообщила главные условия. Я хочу проверить свой талант рисования в Пейнте. Рисовать этот выпуск. Внимание, мышкой, левой рукой. Вдруг я амбидекс? Скорее всего нет. Господи боже мой, я взяла мышку в левую руку и мне уже сложно. А мне еще рисовать? Ну ладно. Волков боятся в лес не ходить. Прости, Джекоб, за каламбур. Сейчас бог рандома поможет нам выбрать, какую картинку мы будем рисовать. Потому что я не могу даже выбрать, что покушать на завтрак. А вы мне тут такое предлагаете? Вот сейчас смотрю на эти две картинки и молюсь на то, чтобы Джекоб с волками не выпал. Потому что его будет очень сложно рисовать. А тут еще и левой рукой. Спасибо, что хоть не левой ногой. А то, знаете, я могла бы такое придумать. Ну крутись ты быстрее, ебана в рот. Ну спасибо, блин, ненавижу. Но рандом это святое. Выпали волки, значит рисуем волки. Глаза боятся, руки делают. Одна рука, точнее, левая. Самое главное это начать. Запомните, любое начинание самое сложное. Поэтому красиво начать это полдела. Сейчас моя уверенность вдруг резко куда-то ушла. Вы знаете, я уверена, что у меня выйдет нечто уродливое и мне заранее грустно. Ладно, Джекоб, ладно, но волки. Я даже своей доминирующей рукой рисую их просто очень-очень-очень плохо. Ну ладно. Работа огородная, да слава всенародная. Потрясающее начало. Я постараюсь по минимуму отменять и стирать. Будем рисовать техникой а-ля прима. Это значит, с легкой ручки и одним движением. Вы знаете, он сейчас мне очень напоминает моего физрука. Один в один. Ну, не Джекоб, а то, как я его сейчас нарисовала. Владимир Михайлович, здравствуйте. Как у вас делишки? Лицо рисовать самое сложное. А еще сложнее? Глаза. Ведь глаза это зеркало души. Пока что душа нашего Джекоба слегка не в порядке. Но поверьте, рисовать левой рукой для меня очень сложно. Я и так сейчас очень позарюсь перед своей аудиторией, но я стараюсь для вас. Главное не столь то, как ты рисуешь, а создать настроение. Нам важно нарисовать отважный и серьезный взгляд, как в оригинале. Будто бы он смотрит на Эдварда так, как не смотрел на него никогда. Я правда извиняюсь. Я не смотрел и трилогию «Сумерек». Трилогию уже. Или там уже 5 фильмов? Я не знаю. Я смотрела только один или два фильма. Эдвард и Джекоб вообще дружат? Или уже нет? Я правда немного подзабыла этот момент. На самом деле я даже забыла тот факт, что Джекоб там вроде не главный герой. Ну для кого как. А для меня, он лидер. Пусть ведет нас, а я пойду за ним. Переходим к волкам. Ой, сейчас начнется. Я действительно понятия не имею, как люди рисуют животных. Помню, как я нарисовала в детстве очень страшную белочку. Я старалась, но даже я в детстве понимала, что это очень страшная и уродливая белка. А мне за нее 5 поставили. В детском саду меня бы из-за этих волков похвалили. А знаете, кто всегда тебя похвалит? Мама. Спасибо, мам. Картинка оригинал очень напоминает, знаете, ситуацию, когда с одноклассниками идешь на забив. Когда идете отпрашиваться с классом с последнего урока. Когда вокруг все нормальные, а ты один Джекоб. Какой же кошмар получается. Вы знаете,
этот волк мне очень сильно напомнил серию о коте Леопольде, где кот Леопольд чего-то обкурился или обкололся, то ли его накачали, я уже не помню. Но он стал бешеным, и он ходил такой эр-эр-эр-эр-эр убью я, ау-у-у, суки и пришаю, ау-у-у-и-э, мыши козлы. Не повезло родиться тому дальнему мини-волку. Он у меня выглядит таким жалким. Как хорошо, что животных во вселенной создавала не я. А то ходили бы по свету такие животные, мы бы все усались, то ли со страху, то ли со смеху, то ли с потеху. Стас Пьеха. Я вам отвечаю левой рукой, буквально как на минном поле. Шаг влево, шаг вправо. Везде говно. Очень страшно. Чувствуешь себя очень неуверенно. Но я доделаю работу. Нынче в поле тракторист, а завтра в армии танкист. Ну вот и все, как говорится, вид блестящий, а сам смердящий.